Любая творческая идея, которая меня зацепляет, я ее с удовольствием разрабатываю. То есть мне плевать в данном случае на деньги, и я счастлив, что вселенная помогает мне так класс. Сделать, что это все равно оправдывается. Ну, ты молодец, это уровень. Не знаю. Ты уже спрашиваешь. Либо уровень, либо да, либо опрометчивость. Очень хорошо, что ты кайфуешь и то, что ты счастлив. Это самое главное. Мы должны, понимаешь, такую соплю пустить в конце эфира, как в КВН. Когда человек работает на себя, ему прям, знаешь, кайфан. Нет, вы знаете, что 1 апреля прошлого года я в финальный раз вышел на сцену, тогда с монологом, разбил машину, съехал с квартиры. 1 апреля, это был день юмориста. Съехал с квартиры, мы отвезли вещи на склад, и все у нас заканчивалось, квартира. Или 3 апреля. И мы уехали с женой в никуда. Мы уехали втроем. Я писал грустную смс-ку парням, что я был так рад с вами пообщаться, но разбил я не из-за этого, я смотрел на дорогу, во-первых. А просто передо мной была авария, и они не выставили знаки и так далее. И я в них не успел затормозить.